Состязалась наша спортсменка весовой категории 58 килограммов. 187 килограммов. Столько весит золото Анастасии Ивановой. В рывке Настя взяла вес 83 килограмма, в толчке подняла 104. И это только на старте соревновательного сезона. Для меня это важный старт был. Хоть и в этом году он был без выхода на международные соревнования. Для меня это все равно было важно. Начать Новый год положительно, чтобы дальше продолжить все так же. Из-за дисквалификации Российской Федерации дата Кубка России стала известна в последний момент. Это заметно осложнило подготовку к соревнованиям. Знали поздно, подготовка началась позже. Был очень маленький срок для этого. В основном я старалась как бы переосиливать себя, приходить и хоть что-то делать, потому что времени было очень мало. Золото Кубка первое в ее спортивной карьере. Раньше Анастасия Иванова один раз завоевала на этом турнире бронзу и дважды поднималась на вторую ступень пьедестала почета. К слову, результат, который Настя показала в этом году, далек от ее личного рекорда, потому и можно с уверенностью говорить, что без наград на предстоящем чемпионате Татарстана спортсменка не останется. Ну а нам остается лишь надеяться, что награда эта также будет золотым отливом. Кирилл Давкаев, Евгений Лазаев, новости НТР.